25 межпоселковых газопроводов общей протяженностью более 580 километров – таковы масштабные задачи по программе газификации региона на ближайшую пятилетку. Строительство объектов обеспечит техническую возможность подключения к системе газоснабжения свыше 12 тысяч домовладений и более 40 котельных. Об этом на встрече с журналистами сообщил генеральный директор «Газпром Межрегионгаз Ульяновск» и «Газпром Газораспределение Ульяновск» Владимир Камеко. Обязательства по строительству как межпоселковых, так и внутрипоселковых сетей перешло на сторону «Газпрома». «Газпром-газификация» сегодня отвечает. И внутрипоселковые газопроводы в этом году 832 километра будет запроектировано в 99 населенных пунктах Ульяновской области. Помимо этого, глава газовых компаний отметил, что на территории Ульяновской области продолжается догазификация. Ускоренное подключение к сетям газоснабжения потребителей в уже газифицированных населенных пунктах без взимания платы. До границы земельного участка мы ведем газ бесплатно. То есть потребитель сегодня обеспечивает газовую инфраструктуру только внутри своего участка, ну, дома соответственно. Заявитель должен подать заявку. Если заявка соответствует требованиям, те же, которые я сказал, что эта заявка, адрес этой заявки находится в газифицированном населенном пункте, заявитель должен прикрепить ситуационный план, свидетельство права собственности на землю и на объект капитального строительства. На пресс-конференции Владимир Камеко напомнил, что подать заявку на догазификацию можно, не выходя из дома, через интернет, воспользовавшись порталом единого оператора газификации, а также во всех филиалах, клиентских центрах, эксплуатационно-газовых участках «Газпром-газораспределение Ульяновск», через МФЦ, через сайт госуслуги, либо в администрации по месту жительства. А чтобы заявка не попала в отклоненные, нужно приложить к ней правоустанавливающие документы на объект капитального строительства, индивидуальный жилой дом, земельный участок, который предстоит газифицировать. Подробности можно узнать на сайте ulgaz.ru, либо по единому телефону клиентских центров 8 800 350 4907. Кроме того, «Газпром Газораспределение Ульяновск» позаботился о тех жителях Ульяновской области, которые не в состоянии выехать из своего населенного пункта или не могут воспользоваться услугами интернет-портала. К ним выезжает мобильный офис. Особенно это касается тех сел и поселков, где проходят масштабные работы по догазификации. Мы работаем в тесной связке с руководством муниципалитета, с там, старостой. Там, вот, люди об этом знают, что мы приедем. Заранее предупреждаем людей. И там, когда надо день, когда надо два, мы находимся там, в этом населенном пункте. И людям, в принципе, как вот в магазин прийти с документами и подать эту заявку, мы ее оформляем. В настоящий момент строительство газораспределительных сетей для догазификации идут в населенных пунктах практически во всех районах Ульяновской области. Владимир Камеко лично осмотрел площадки строительства газопроводов в микрорайоне Пазухино города Инзы, Архангельское, квартала Г и Д в Заволжье, Ульяновском. Пообщался с жителями. Подрядчиком по этим объектам уже смонтировано более 43 километров газопроводов. Работы ведутся с опережением графика. Планируется к концу лета завершить строительство сетей. Ирина Антонова, Герман Баранов, Улправда ТВ.